В рамках проекта «Здоровое будущее» активисты Одинцовского отделения «Единой России» поприветствовали участников спортивного праздника на площадке Большевиземской средней школы. Соревнования были приурочены к ежегодному первенству по лыжным гонкам «Лыжня России 2023». Первыми покорять февральскую лыжню вышли ученики 5-х и 4-х классов. На смену школьникам на лыжню встали воспитанники детского сада. Юные участники показали себя настоящими спортсменами, хорошо проявили себя как в классическом, так и в коньковом беге. Высокий уровень подготовки ребят к лыжным гонкам отметила и жюри.